Ну что, Новый год наступает? Да-да, елочки, фонарики. Привет-привет. А мы с вами сегодня будем готовить салат из крабовых палочек и подводить итоги года. Ну как подводить? Короче, поболтаем. Сейчас я вас ставлю на штатив. И будем творить вкусноту. Как вам там? Ну что, в принципе, у меня практически все готово. Рис уже отваренный 100 грамм, уже даже подостыл. Два яйца сваренных, почищенных. Палки крабовые. Я не знала, честно говоря, сколько крабовых палочек. Ну, короче, я целую пачку зафигачу. Кукурузка. Что еще нужно-то? Сейчас. Крабовые палочки, кукуруза, лук, яйца, рис, сметан. А, лук. Лук, лучок. Залила горячей водой, сейчас солью, чтобы горечь ушла. Так, слила, вот он. Хотите спросить, не дофига ли лука? Ну, это, между прочим, одна эта головка. Так, давайте опускаю вас вниз. В принципе, хотя вы знаете что? Наверное... Все, кто зашел на видео, чтобы узнать, как готовится крабовый салат, спасибо, что зашли. Всего доброго. До свидания. Важную информацию вы получили. В принципе, все это режется и смешивается. Крабовые палочки, кукуруза, лук, яйца, рис и сметана. Или майонез. Все. Спасибо, что зашли. Но если вы решили остаться, либо вы, в принципе, не за этим, то будем сейчас все это резать и подводить итоги года. 2021. Не побоюсь этого слова. Матери Божья. Как долго я живу на этом свете. Ладно, собираем всю эту красоту. Давайте я вас так подопущу. Прям вот в этой бадье и будем собирать. Смотрите, сюда же лучок. Ошпаренный. Залитой горячей водой, чтобы горечь вышла. Можно красный лук. Опять же, ну... Все в ваших руках. Давайте сюда же сразу. Кукурузку, да? Ой, сейчас кукурузку слить надо. Сейчас я вернусь к вам. Не рекламируем. Мы ничего не рекламируем. Слушайте, я вот когда думала, что, херакаем всю банку, да? Я когда думала снимать-то видео, я еще думаю, ну и какие интересные достижения Нового года я перечислю. Мир я не спасла от смертельной болезни. Давайте дальше режем. Год, ну что сказать, так себе год. Потому что... Работа то есть, то нету. Деньги то есть, то нету. Долги то есть, то нету. Ремонт не доделала. Ну, даст боженька в следующем году. Не даст следующий, даст в постследующем. Ну, короче, не знаю, девочки, я уже как-то так после вот 19-го, 20-го, получается, 21-го, уже особые планы никакие стараюсь не строить, потому что что строить? Все может измениться в любой момент. Нет, ну понятно, есть какие-то планы, цели, но достижений я не могу вспомнить. Нет у меня никаких достижений за 2021 год. Ну нету. Не знаю, ничего не достигла. Ну, слава богу, ничего плохого не случилось у меня, у моей семьи, у моих близких и друзей. Как говорится, это уже большой плюс. Яйца два порежем, да? Ну, единственное, в этом году Алиса у меня ушла на радугу. Ну, ей уже почти 17 лет было бы в 22-м году. 16 с лишним лет она прожила. Поэтому
прожила долгую, насыщенную, я надеюсь, что счастливую жизнь. Насыщенную в том плане, что и Египет посмотрела, и в Воронеже пожила, и в Москве, и в Подмосковье. Короче, кошка путешественница была. А что еще в 2021? Ну, мы с вами посмотрели много интересных подмосковных мест. Правда, путешествовать я никуда не съездила, хотя планировалось. Но, опять же, есть как есть. Главное, что не стало хуже. Не знаю, что это старость мне уже говорит. В тепле, в уюте. Вроде бы все необходимое есть. Короче, не знаю, девочки, не знаю, какие достижения. На Марс не слетала, мир не спасла. Режем крабовый салат. И говорим спасибо за все, что есть. У меня завтра корпоратив. У меня завтра онлайн корпоратив. Девочки, вы были когда-то на онлайн корпоративе? Я тоже никогда не была. У нас такой первый раз. Но я, правда, не уверена, что я в него попаду. Хотя, вот честно, ради интереса очень хотелось бы. Но просто он будет по доминиканскому времени в 6 вечера. А у нас-то будет час ночи. Понимаете, какое дело? Так что, если не засну, поедем кататься, ну, в смысле зайдем в этот ночной чат в пижаме и посмотрим, что будет твориться. Мне интересно, никогда в жизни не была на онлайн корпоративах. Так, все, короче, режем палки, заправляем перед подачей. Я буду сметанкой заправлять, честно вам скажу. Не потому, что я считаю, что майонез это зло. В разумных количествах, наверное, и в майонезе ничего страшного нет. Ну, просто у меня дома есть сметана. Я и так уже накупила кучу всего. То есть не дублируй меня. Че, может, хватит палок-то? Или палок много не бывает? Что скажете, девочки? Режем? Ну, давайте дорезаем и ладно. Чё, блин, мелочиться? Сразу-то все. О! Красота. Короче, я, конечно, сегодня немножко подрастроилась. Уж ходила за покупками. Потратила больше, чем рассчитывала. Но, казалось бы, ничего не купила. А потратила, потому что к Новому году цены подняли. Ну, как я заметила, на масло подняли. На творог, на молоко, на яйца. Ну, короче, на все то, что сейчас все покупают. Потом, опять же, сейчас под шумок можно на все поднять. Народ все равно все сметет. Так, сейчас это помою и верну. Ну что, вот она наша красота. Я сейчас заправлять не буду, потому что сейчас время уже ночь. Ну как ночь, да не ночь, но просто 6 часов вечера я уже есть не буду. Поэтому смысла заправлять нету. И вам рекомендую заправлять салаты перед подачей. Опять же, солюшка, перчик, там, не знаю, все, что хотите по вкусу. Сюда, кстати, я читала, добавляют, например, вместо риса можно добавить пекинскую капусту. Вообще вариантов много. Ой, крабовые палочки. Они появились в моем детстве. Так, смотрите, ну вот как-то так.
Красота! Боже. Так вот, про крабовые палочки. Они появились в моем детстве. И я помню, что этот салат был очень-очень популярен, потому что в Советском Союзе появились крабовые палочки. Ну, хотя они, наверное, и раньше появлялись, но вот как-то в нашу семью и популярным такой стал. Наверное, потому что стали их откуда-то завозить. Короче, не знаю, девочки, не буду умничать. Но помню, что было одно время бум, что там переписывали этот салат друг у друга. Там мама передавала знакомым, кто-то там говорил, а можно добавить то, можно добавить это. Ну, в общем. А сейчас это пусть и пережитки советского прошлого, но... Кстати, вы знаете, что в этом году модно салаты подавать порционно в бокалах? Да, наверное, выглядит странновато. Ну, оригинально, наверное. В бокалах, в креманках. Что? Почему нет? Все, девочки, салат приготовили. Итоги года подвели. Будем надеяться, что 2022 принесет нам... Ну, по крайней мере, я надеюсь... Так, блин, у меня рука устала держать это. Этот тазик. Я очень надеюсь, что... 2022. Некоторые свои дела я завершу. Я надеюсь, что не будет никакой очередной пандемии, никаких очередных траблов, шмаблов. Я закончу свои некоторые затянувшиеся дела. А вам тоже желаю исполнения мечт, планов, здоровья, любви, гармонии. И всего-всего, что хотите сами. Все. Пока-пока.